Добрый день, everybody! Так как вам зашла рубрика с проверкой сопровождения в Метро Рояль, я решил, что пора нам снимать еще один выпуск. В начале ролика попрошу вас набрать под этим видосом 3000 лайков, и тогда я пойму, что нужно снимать такие рубрики почаще. Также подпишись на канал, если еще не подписан. Ну и залетай в телеграм-канал, я погнал к ребятам в менюшку. Алло, алло. Алло, приветствую. Добрый вечер. Готов все? Я, да. Начнешь, готов будешь. Сейчас, секунду. Да, окей. Так, есть. Ремак есть, все есть. А, черное письмо скинул в катке. Хорошо. Все, на выход. Привет, пацаны. Здорово. Так, вы уже с закупом все? Один я без закупа. Да, все. Сейчас быстренько, хлопцы. Макс, ты письмо давал? А он с собой в катку возьмет. Я взял письмо. Что еще раз говоришь? Ладно. Он говорил, я в катку возьму. Да, в принципе, я могу взять, если надо. У меня есть. Да, не надо. Не надо. Оп, понял. Так, парни, а ну сейчас, секундочку, давайте так, чтоб сейчас возьму патроны. И кто-то подписчикам, скажите, пожалуйста, что входит в ваши сопроводы. На Болдроп завезли межпространственные обновления и добавили Булпас, а также обменник, к которому, ребятки, мы вернемся чуточку позже. Вначале пополним свой баланс по специальному промокоду, который ты видишь на своем экране, ведь он дает плюс 24% к пополнению. Ого, сколько новых кисов нам подвезли. Давайте откроем техноапокалипсис, сходу десяточку. Смотрим. Фигня. О! Хорош, 3 мифика! Ничего себе, продаем и откроем Ночь Ужаса с пропуском 10. Ничего себе сыпануло. Слушай, тут на косарей 5 косарей. Естественно, продаем. А по промокоду, который ты сейчас видишь на экране, ты можешь абсолютно бесплатно открыть кейс другое измерение. Пришло время воспользоваться обменником. Нажимаем обменять, выбираем по центру и... Плюс 294 булкоина. Найс. Ребятки, не забывайте о том, что добавили булпас, и мы поднимаем уровни не только за то, что открываем кейсы, но и за то, что играем в игры. Выводим юсишки, заходим на аккаунт, проверяем, что они пришли. Да, все есть, ребятки. Все ссылки будут в закрепленном комменте и описании. В нашем сопроводе ведь на 7 карте вы получите. Перед самим сопровождением вам выдают фулл 6 сет на фулл обесу, шинкашка, вышка. И черное письмо. В самой катке вы получите стабильный вынос. Минимальный от 7 миллионов и более. И большое количество красного шмота 6. Ну, то, что там падает с типов, вы потом отдаете на первой карте, да. Верно, пацаны? На первой карте, да. Угу. Понял. Все, я готово, прожал тогда. Погодите, я точно все взял. Так. А, МК-шку отремонтировать быстренько. Все, я готов. Все, поехали. Я бы двух слов связать не мог бы. Я сам уже запинался, я сам запинался, задумал все. Ну мы же сразу в ратку. Да. В ратку. Но слева не варит, что они выйдут на ратку. Ага. Тогда как, на канатку? Если что, да. Второго бакмикера, он там. Понял. С одним типом в общем чате очень хорошо поговорил. Ага. Ему дали за это бан. Отличная работа. Мы на канаточку и потом сразу в метрошку. Понял. Хорошо. Через лед идем. Все, понял. А парни, давно сопроводы делаете? Хорошо. Более года. Более года уже. Ну, а так для ребят, например, если в следующем сезоне в первый день выходит метро, вы с первого дня делаете сопроводы? Вечером плюс-минус 6-7. Да. Ага, то есть только начался сезончик, и да, ребятам... С самого утра до вот этого времени идет фарм шмота. Ага. Потом уже начинаем продажи. Понял. Если продажи какие-то большие, то, возможно, ночью мы еще начинаем до фарма, и в следующий день небольшие остановки делаем. Это ваш основной стак? Да. Угу. Хорошо. Еще там есть типа 6 на замену. Ага. Понял, тогда я... мне просто легче стало. Почувствовал себя более уверенно в катке. Отличная работа. Все нормально будет.
О, это на боссе уже, на солевом. Надо завика тебе забрать, конечно, Артур. Надо очень. Хорошо. Процентов придут. Я с завтрашнего дня начну ему помогать. На 5 шоу завика будет. Gracias. О, ты это... будешь брать или где? Я ему... Рядом враги! Наверное... Ну, так я на его аккаунте буду пытаться играть завика. А потом на своем аккаунте буду в соло режиме брать. Все, начинаем лутать, да, пацаны, просто тупо? Пока, да. У нас, по-моему, уже в спину на льду. Все, хорошо, хорошо, я понял. Отсечка вышка. Watch out! Два ящика, пять красных. Хорош. Я когда сам играю, нифига, пулфиолка радка. Когда сопровод, пожалуйста, все красное. Сейчас посмотрим, может... Да? Сейчас... Еще и рекордный вынос сделаем, пацаны. Только сказал, плечевки. Мы сегодня когда делали VIP на пятую, оставалось ящиков, наверное, штук 7. Ага. И в итоге с этих 7 ящиков насыпало 2 груды, и там ну, нормально слит. Нас крысят уже, пацаны! Хорошо. Еще есть? Watch out! На боссе, скорее всего. Хорошо. Все, идем. Ну, аккуратненько. Поджимайся там один. Да-да-да-да-да, я не остаюсь, сам погнали. Watch out! Идем. Watch out! Пошли вы. Быстренько. Мне очень жаль. Так. Шмот мы заберем, если что. Да-да-да-да-да, я даже, пацаны, я кейсы даже не смотрю. Ну, типа. Я без проблем. И что ты говоришь, оставалось 7 кейсов, и там только были груды, слитки, да? I got supplies. Два броника. МК. Нормально чел полетел. По ящика подряд было две. По еще тебе. Пошли сразу, пошли сразу. Так, пацаны, я быстро патронов лутану, потому что патронов вообще нет. Давай. Обычные. Watch out. На мосту. Начищены. Да. Бомж. Я перехожу дорогу. Watch out! Мне очень жаль. О, там уже посерьезнее что-то. Watch out! Пошли сразу на них. Давай, давай, давай. Watch out! Watch out! Да, 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 мы слышим. Идем, идем. Marked a location. Им они файтятся. Watch out. У меня уже. Watch out. У меня упор. Watch out. И левая хата. Watch out. В левой и в правой хате получается. И в той, и в той. Да, да, да. Погнали левую пушенем. Watch out. На улице, пацаны. Watch out. Не торопись. Все, понял? Иду. Watch out! Там еще должен быть. Да, да, там звучит. Ага, они еще патят. Еще один пак. Marked a location. Слева один. Один сверху, другие слева. Watch out! Аккуратно. Я не пикаю. Может через лед дойдем и с той стороны запушим их? Ну, вон, Артур идет через второй. Все, понял. Тоже пойти кто-то. Хорошо, давай, я пошел со вторым. Давай, давай. Сейчас мы их закроем. Слева начинает макс. Слева поджимает. Да. Толкнул слева.
Как-то так МГ-3-шка печально пульнула только что. Там под коробкой Макшур сидит. Watch out. Да, у вас сразу Mark the location. Под коробкой. Хорошо. Мне очень жаль. Да-да, я видел, вот это где-то. Еще типы зашли на радик, вроде бы. А, нет, это бой. Не-не-не, пацаны, там два броника у одного типа. Окей, окей. Хорошо. Все. Тип где-то был точно, я видел его. Как он сюда пробегал. Ладно, пошли. Все, уходим, пошли, валим. Радик. Пошли, радик, полутаем дальше. Долдайте всех типов, смотрит, забирает и пошли радик. Письмо, на, возьми, открой. Давай. На, иди сюда. Есть. Пиратка тут еще. Ага, все забрал. Второй этаж типа фул заберите пока. Мне тут пофчер. Я пошел в фаус тут от связи. Второму, скорее всего, там все не влезет. Еще надо. Нету, походу, никакого там, кроме этих двух броников, наверное. Я шкаф котячий. У меня. Толпа. У меня просто как минимум. Иду. Бегу, я уже прям в упоре. Второй этаж. Угу. Все, все на месте. Не торопись. Или... Спрыгнули. Ну, бил. Мне очень жаль. Я думаю, то, что по шмоткам будет, наверное, больше, чем по луку. А я тоже так думаю, да. Шлем. Как-то понесло. I need attachments. Так. Они тут и не подлутали? Да есть. Забери тут компоненты. Пацаны, груда есть, груда. Нормально. А компоненты где? Работа. Вот тут. Бегу. Ага. Все на месте. Макс, давай тоже шмот, у меня места нет. МКшку, вышку на слот возьми. Да, у меня слот, кстати, пустой вообще для оружия. У меня только МКшка одна. Дай ему. Да. Вот тут кто-то возьми. Ага. Вот есть. Два броника, рюкзак, шлем, МКшка. Так, пацаны, хаешки, раскиды я поскидывал, если кому-то нужны. Да, все, начинай скидывать уже. Я думаю, что вратку, если и придут, то только голожопики. Так, все, надо письмо открывать. Да, открываю. Скаешки надо забыть. Да? Ничего себе. Может и такое быть, пацаны. На, письмо с письмом упало. Ууу! Слиток чертеж из черной корни. Нормально. Груда! Да. Две груды! Ничего себе, ребята! А ты шо? Ну тут третий такой. А третий ездит на колесиках там, я слышал. Кто это такой? Там ездил танк, я слышал. Танк? О, танк, еще одна груда. Все, я понял. Так что если мы сейчас нормально тут отыграем, можно и на танчик завалиться. Завалимся, если его не взорвут. Да, штурмовички там сейчас долбят его со всех сил. Их там с одной пульки взорвут. Макс, колесико. Так, я тогда лутаю лед еще. Макс, чекну. По бегушках. Да лут он. Пока ящики пошел перепроверять на ракеты.
Да-да-да, потому что мы там как-то быстро разорвались. Сразу побежали. А где же штурм? Что-то штурма, кстати, вообще не видно. Обычно они уже на 20-х моментах сюда прилетают. Да-да-да, они уже ходежки тут греют. Вроде на ремасыч. Сейчас, конечно, будет обидно, если меня кто-то подкрысит. Это обидно будет вообще. О, обменник, во. Думаю, что я хотел. Сейчас все прибежим, обменяем. Хорошо. Слышишь? Еще груда? Да. Да ну блин, пацаны, это какой-то зашквар. Реально, играю сам, ни одной груды. Да, даже слитков нет. Тут пошли вместе. Иди ко мне, слышишь? Иду. I got supplies. Бот красный даже. Даже бот красный? Да. Ого, вот так, я фиолку, пацаны, скидываю тогда. Давай, все подойдем, скинем. А, давай, дай мне каких-то три компонента. Сейчас пошли, посмотрим. Даю. Да, собери фиолку тут, и там скину вам компоненты. Так. Надо красное обменивать, если что. Красное? Это с этого сезона. Вот, пацаны, я скинул красные штуки. Вот тут забери компоненты. Ага. Ой-ой-ой, монета. Пацаны, топнул слева кто-то. Походу, голожопик зашел. Я смотрю. Забирай там раз. Так. Ой. Так. Вот так. Нету никого. Ого! Сейчас, пацаны. Танк до сих пор катается? Настя. Скорпион. Да. Взял. Пойдет. Не-не-не. А ну сейчас я обменяю быстренько этот, хлопцы. Тоже красное. Так, обменник. И освобожу еще место. Так. Да, я думаю, скорее всего, что фиолка мне уже, ну, что-то влезет. Все, уже я забит полностью, пацан. На вот, эту. Подсумки, у тебя подсумки есть? Батарея. А, о, одного подсумка у меня нет, кстати. Держи. Во, вот это спасибо. Так, батарею забрал, фиолку забрал. Все. Ага. Ой, три! Откуда ты? Ты что, их с собой в катку взял? Ё-моё. Сейчас, тогда фиолочку вот так. Гудини. Так, и... Ого, там... Дичь. Так, пацаны, ну, я вам сразу скажу, если мы даже танк не файтим, это абсолютный рекорд. 9,8 лямов. Если мы танк сейчас зафайтим, это будет вынос 10 лямов. Но это еще не до конца рекорд. У нас был рекорд и побольше. Да, бывали у вас выносы больше? Сколько? 10,1 чистыми. Чистыми? Ого. 10,1. А чё отличная работа. 10,8. Найс. Ну, кстати, если еще один подсумок я сейчас возьму. Но сейчас танка убьем, груда. Да. Еще будет, можем побегать чуть подлутать. Подлутаться, да. Все, можем добить. Сейчас чекнем. Попробуем поставить новый рекорд. Давай новый рекорд. Сейчас. О, тут что происходило-то? Ядерная война. Ой. Походу, у меня. Я просто не купил себе новый РП, а так бы было бы еще, походу, дополнительное место, правильно, в рюкзаке? Да. Ты что, без хорошо. Надо было за 100 тысяч хотя бы купить. Пацаны, я нищий, я нищий. РП не взял, потому что не выхожу в классику. Вот в метро только захожу и сходу в метро. Ну я чисто этот, я тоже до 50-го левела покупаю, что чисто для этого, для кейса.
Да. Так. Ёлочку забираю. Так, я пока корабль подлутаю. Начинайте подлутывать обратно в сторону щали корт. Маркте локейшн. 10.3 сейчас, хлопцы. 10.3. Но мне ничего не лезет, пацаны, мне ничего не лезет уже, мне нужен подсумок. Так, давай вместо ткани тебе еще подсумок дам. К кому бежать, номер? Первый. Бегу. Угу. А потом нам куда? О, у меня штурм бегает. Пацаны, по танкам осталось еще два технических компонента. Прикинь, меня сегодня забитого этот убил, этот штурмовик. У меня то ли 5 шмоток шестых. Капец. Еще с меня 2. Да просто, понимаешь, у меня броник в ноль. Ну да. За мной до выхода. Сейчас, секунду. Так. Я думаю, ладно, была не так. Была, и в итоге... Держи подсумок. Капец, обидно. Так. Это я когда еще в школе. Так, все, давай, начинаем подлутывать. Сколько стоит сейчас? 203, да? 10.2. Я пошел, заберу около танка тогда 2 компонента еще. Давай. 10.2 это чистое, получается. 9.4 чистыми сейчас пока. Давайте еще этот просто скриншот сделаем, шмотки все. Да, обязательно. Можно будет. Сейчас надо рекорд установим, главное. Угу. 10.2 как-то значит. Потом, может, надо файтить, с них может тоже красные компоненты, позже монета. Тоже можем, да. Не красный. Да сыпет так, я говорю, у меня я не помню когда. Это там Андрюхи жестко сыпет. Да. Груда, наверное, груда. Угу. Штучка за 100 тысяч, наверное, упала. 500 хаз двух ящиков? Один из них слиток, я уверен. А в магазе? Хорошо. Магаз. Я чекнул магаз, в магазе нет ничего. Нет ничего, да? Вот. Можно в другой магаз вернуться. Второй там ближе всего, да? Значит, я бегу ко второму, чтоб не развалили. У меня флайерка есть, можно будет выбрать. А, ну так давайте тогда, пацаны, вот тут и будем на этом боссе. Забежим на магаз и потом там на крыше скинем шмот, сделаем скриншот. Первая каточка такая хорошая прям. Да. Да, я как... Хотя бы не мучимся по 100 раз. А бывает, да, такое? Сколько бывало, пацаны, вот бывали такие клиенты, что, ну, прям вообще не идет? Да, хорошо. Да. Бывало. Бывало? Ну, немного, конечно, но бывало пару клиентов. А такие, что руинили специально? Ну, да. Хорошо. Ну, может быть, были. Да, тоже. Ну, это в основном... Понимаешь, бывают такие катки, когда просто прям не везет. Да. Просто хватишься с типами, например, 3 пака закрываешь, и ты пока ресаешься, хилишься, к тебе 4-й подходит и просто убивает. Забирает. Вот таких много моментов, когда ты закрываешь дохрена типов. Артур еще куда-то побежал. Так, оп. 10.4 ляма. 5.40. Ага. Ничего этого, да. Ладно, надо хотя бы 10 сделать, вот тогда будет нормально. Надо раскинуть. А ты где, Ром? А, ты на подходе. Сейчас. Я подхожу. Сейчас. А у меня нет ничего вообще, у меня 2 фиолочки. Так я тебе говорю про шмотки. Про шмотки, чтобы скриншот сделать на превьюшку. Шмотки, да, давай. Ну и свою МГТ еще скину еще. Да, потом заберешь. А вот оружие мне вот... Мне оружие прям не нравится вообще, как оно скидывает. Ну да, оно... Там вообще... Согласен. Еще! Так, надо... Да почему я вылез? Еще флайер.
Давай, ну-ка, Андрюха, давай, Артур, давай быстрее. Ну хотя другой скрипт. Еще флайер. Ё-моё. Что, давай? Так. Камера. О! Да, сейчас, подожди. А ну. Все, делаю скриншотик и там топчик. А у Андрюхи, может быть, есть что-то. А ну сейчас. Да, у Андрюхи. Да, нахер. Ого! Две МКшки, два броника. Да ты шо? Сейчас, Андрюха. О! Так, время у нас есть, пацаны? Есть, не волнуйся. Все, скриншотик сделал, пойдет. Теперь забираем. Ага. О! Так. Так, это мое. Шлемак мой. Две МКшки мои. Так. Это мое. Пацаны, я там ничего не брал. Технический компонент. Ну, шлемак кто-то подобрал, ладно. 18. Я не брал, пацаны, я ничего не брал, я бы сказал. Не-не, все нормально, что забрали. Пацаны, 11 лямов ровно. Все? Да, больше ничего не лезет. 11 лямов. Ну все, нормально. Ровно 11 лямов. И шо? А где вертолет? 11 лямов, ё-моё. Так там еще и вещей на пару лямов так точно есть. Да-да-да, конечно. Чистая? Чистая, сейчас скажу, пацаны. Чистой 10 миллионов 181 тысяча. Это рекорд. Да ты шо? Тогда было 10 миллионов 71 тысяча. Это самое максимальное. Чё, мы передаем, получается, здесь шмот? Да, все, сейчас я тогда быстренько, пацаны, скидываю все. Взять все. Так. Хорош. Давайте кто-то первый. У меня, у кого сколько шмоток? У меня 3 штуки, могу сетом заменить. Так, сетом. Вопрос один. Чья МГшка? Моя. Так. Сэшка. А, пацаны, поставьте первую карту, не могу просто скинуть весь шмот. Алло. Рюманчик, слышишь? Я сет ему скину и все, у меня шмота нету. У меня вот готовый сет стоит. У меня тоже фулл сет с МКшкой. У меня еще есть готовый сет. Так. Есть? Ну, Андрюх, ну дай я скину тебе. Ладно. Че? МКшка еще одна есть? Я следующий сет скину. Все. Да, у тебя две МКшки, я понял. Еще сет. Так. И давай сразу. Так, я ж все с Радика пособирал, там типы рассыпались на втором этаже возле лёда. Да, там они вообще посыпались. 4 фулсета, короче. 4 фулсета. Ого. 3 МКшки. Нет, не 3. 3-4 МКшки и еще разное другое оружие. Я просто первый раз подумал, что вы скинете и мы пойдем на выход. Потом уже раздуплился. Есть. Так, пацаны, только МКшки теперь могу взять. Не моем карту, пока другая. Все, хлопцы, погнал я монтировать. Пока. Все, давай, удачи. Что ж, друзья, вот таким вот получился видос. Я надеюсь, он вам понравился. Мы сделали за одну каточку, всего за одну катку, рекордный вынос за все мои сезоны. То есть, ребятам огромнейшее спасибо. Если бы мы пошли в две каточки, я думаю, там бы было 20 плюс лямов, потому что там еще куча брони была. Пацаны все скинули. Огромнейшее им спасибо за сопровод. Ссылочка на их телеграм-канал будет в описании. Поэтому, кому нужен сопровод, залетайте, проверяйте точно, как я. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах, либо же в телеграм-канале, ссылка на который в описании. Пока.